Сегодня, как и прогнозировали синоптики, в середине дня начался сильный дождь с порывами ветра до 17 метров в секунду. Уже в первые полчаса ливня в интернете начали появляться фотографии и видео из разных районов города. На этих снимках фото улицы Тепличная, что на Раздольном. Эта улица традиционно страдает во время сильных дождей. Сегодня дорога снова превратилась в речку. Поток смывал машины и мусорные баки. На улице Северной, это уже в самом центре города, на дорогах тоже образовались большие лужи. А эти кадры были сняты одним из водителей в районе морского порта на улице Несебрской. Как видно, машины передвигались с трудом. Вода поднялась выше колес автомобилей. В городе образовались заторы и пробки. Подобные фотографии и ролики жители города сегодня делали в разных частях курорта. Добавлю, что штормовое предупреждение сохранится до конца суток. В горной зоне возможен сход селей. Над морем формирование смерчей. На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды. Местами шквалистое усиление ветра. Будьте бдительны.